Добрый день, уважаемые зрители. С вами доктор Константин. Сегодня у нас, пожалуйста, уважаемый зритель, те, кто смотрит внимательно мой канал, даже некоторые пишут, что конспектируют мои видео. Спасибо вам за это. Здесь хотел бы я вам обратиться и сказать, что недооценивайте никогда меридиан перикарда. Он вроде бы маленький, тут всего лишь столько мало точек, 9. Он вроде такой невзрачный. Но этот меридиан контролирует всю сосудистую систему человека. Все сосуды подвластны этому меридиану. Запомните, если у человека есть расстройство сосудистой системы, заболевание сосудов, и воспаление сосудов, и слабость сосудистой системы, нужно обращаться к меридиану перикарда. Запомните, пожалуйста, недооценивайте это. Почему? Потому что многие читают лекции по акупунктуре о важных основных точках. Но вот эта точечка МС-9 Джунчун является точкой, которая сразу же может протонизировать всю сосудистую систему человека и расслабить всю сосудистую систему человека. Единственное но, человек должен знать, в каком состоянии его сосудистая система, чтобы сразу помочь. Вот бывает, у человека давление поднялось из-за чего? Из-за того, что сосуды слабые, вялые. Как ни странно это звучит. А приходишь в больницу, она говорит, у вас воспаление. Они могут воспаляться из-за воспалительных процессов, я извиняюсь, в нашем организме. Поэтому вы должны выяснить, в каком состоянии ваш организм, а уж потом работать со всей вашей сосудистой системой. Точка МС-9 Джунчун всегда является точкой, всегда используется, и в практике она используется, и в практике она себя уже доказала, поверьте, и все точки меридиана перикарда. В случае слабости, вялости всех сосудистой системы и всех сосудов, данная точка тонизируется. При всех воспалительных процессах сосудистой системы данная точка расслабляется. Ну и точно так же все заболевания сосудистой системы от А до Я. Единственное, но, пожалуйста, знайте, в каком состоянии все ваши сосуды. Спасибо за внимание.